Здравствуйте, я Наташа, и сегодня хочу вас познакомить с очаровательной развивающей игрушкой «Жираф» от компании TinyLove. Купи ребенку ТВ. Эта игрушка подвесная. Вы можете ее использовать с рождения. Сначала просто можно повесить над кроваткой одну-две, больше не надо, игрушек над малышом. Таким образом, чтобы где-то было 15-20 сантиметров между игрушкой и уровнем глаз. Малыш будет сначала просто смотреть на яркую игрушку, затем научится протягивать ручку и хватать ее. Клипса пластиковая позволяет закрепить ее на кроватке, на автокресле, на коляске. То есть, в принципе, на любом месте, где вам это будет удобно и необходимо. Это погремушка. У нее приятный такой вот шуршащий, гремящий, негромкий, что очень важно, звук. У нас же еще маленький малыш, и громкие звуки нам не нужны. Это жираф. У него улыбающаяся мордашка. У него есть ушки и рожки. У него длинная шея, туловище и 4 лапки. А мы можем сделать эту шею еще длиннее. Посмотрите, мы оттягиваем вниз. И с вибрацией и звуком наш жираф возвращается на место. Посмотрите. Вот такая вот замечательная игрушка. Шуршащие лапки. Разная ткань используется. Соответственно, малыш будет развивать свои тактильные ощущения, играя с этой игрушкой. Затем можно будет снять клипсу и, соответственно, играть в эту игрушку уже не в качестве подвесной. Игрушка интересная. Во-первых, она яркая. Мы учимся концентрировать внимание и фокусировать взгляд. Она издает разные звуки. Используется разный материал. Соответственно, мы развиваем наши тактильные ощущения. Ее очень удобно взять с собой. Это хороший подарок. Мне этот жираф очень нравится, он очень симпатичный, хочется в него играть вновь и вновь. Есть как крупные детали, так и мелкие. Когда ребенок станет старше, он будет стараться схватить за мелкую детальку. Соответственно, мы развиваем мелкую моторику. Вот такая вот игрушка. Напомню, компания TinyLove рекомендует использовать ее с рождения. О том, какие еще игрушки можно предложить новорожденному малышу, а также когда он станет старше, какие можно использовать развивающие методики. И ознакомиться с календарем развития ребенка можно у нас в энциклопедии детских товаров. А я, Наташа Бек, наш телеканал, желает вам расти здоровыми и умными. Купи ребенку ТВ.